не принимают? Мы лучше чуть кем-нибудь. Список кончился. Что? Еще одна минута, подождем последних наших коллег, которые подключаются в данный момент. Телеграм там был? Телеграм там чем был? Да. Да, вот она, заведующая директор Курсера. Шоуштайн. Ух ты! У нас подключено. У нас микрофон есть? У меня микрофон отключен. Қайырлы күн, қайырлы таң, құрметті әріптестер. Доброе утро, уважаемые коллеги. Доброе утро, Гульсара Адылышбаевна. Вас приветствует Восточный Казахстан, город Усть-Каменогорск, библиотека Оралхана Быка. Видно вам всем? Да, видно. Все видно? Видно. Гульсара Адылышбаевна, ваш голос почему-то я не слышу. Здравствуйте. Я прошу всех, кто у нас присоединился, гости наши, отключить свои микрофоны, кроме... Кроме Гульсары Жалшпаевны, и там в дальнейшем уже будут подключаться спикеры. Сейчас начнем. Я вас приветствую еще раз. Кто меня слышит? Всем слышно? Слышно. Все, молодцы, всем слышно, хорошо. Все гости, микрофоны отключены, я вижу. Еще раз всех приветствую. Құрметті әріптестер, қайырлы таң. Гульсайра Жолшбаевна, я вас рада приветствовать. Еще раз, это Усть-Каменогорск, библиотека Уралхана Быкея, ЦБС, Казахстан, Восточный Казахстан. Не могу сказать, что солнечный Казахстан, потому что у нас идет на улице дождь. Погода оставляет желать лучшего, но все-таки весной пахнет, весна идет. Наурыз прошел, с Новым годом прошедшим вас всех. Поэтому, спасибо. Да, мы предоставляем слово вам, вы наши гости, поэтому слушаем вас. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я Дубаева, библиотечная система города Бишкек. В нашу систему входит 28 библиотек. Это публичная массовая библиотека, которая обслуживает детского возраста до пенсионеров. Во всех библиотеках. Эхо почему-то. Эхо идет. Эхо идет. Может быть, Аня, поговорите, пожалуйста.
А теперь... Да. Вроде бы нет. Хорошо слышно, да? Да. Так, сегодняшний день для вас и для нас большой праздник, так как мы проводим семинар, посвященный 125-летию Мухтара Ауэзова. И мы очень гордимся этим, так как он для кыргызстанцев очень влиятельный, великий. Сегодня мы вместе с вами хотели бы рассказать об известном писателе, гуманисте, академике Мухтар Ауэзове, который история имеет большую заслугу о его жизненном творческом пути. У казахского и кыргызского народа были всегда вместе успехи, печали и радости. Они назвались кыргызами и казахами, поэтому их судьбы тоже в одном гнезде, и про них рассказывали как про близнецов. И сейчас также, если у вас спросят среди кыргызов и казахов, какие были великие люди, тогда точно скажут это, как быстроногие скакуны, Абай, Токтогул, Джамбыл, Шакирим, Сагымбай, Саякбай, Курмангазы, Карамолдо, Ахмет Байтурсунов, Ишеналы Арабаев, Мағжан Джумабаев, Касым Тыныстанов, Мухтар Ауэзова, Түгелбай Сыдықбеков, Чингис Айтматов. Тогда скажут, что это национальная награда казахского, кыргызского народов, великих наций, не вмешивая других выдающихся людей и великого слова и в историческую судьбу, смелый, решительный голос Мухтара Ауэзова остается в благородном уме и сознании своего народа, несмотря на разное время, на тревожное время, сколько бы лет не прошло, сколько бы трудностей не было и зла на страницах истории, потому что не измеряя свою эпоху и не подчиняясь времени, от древней истории своего народа до себя он смог привести в действие свое сознание, разум до завтрашнего дня. В то же время он свободно мыслящий, творческий человек. Этот мужественный поступок приравнивает его с мировыми выдающимися людьми и ставит первые. Это мужество ознакомило его как талантливого, неповторимого создателя художественного слова XX века. В этом и есть бессмертный человек Творца Слова. Свидетельством тому является его весь величайший творческий путь. В настоящее время имя Мухтар Ауэзова стало гордостью для культуры казахского народа. Эпопея и путь Абая – это наша художественная и социальная энциклопедия. Также близки источники казахских и кыргызских писателей. Брат Мухтар Ауэзова и его близкий друг оказали большое воздействие на Чингис Айтматова в журнале «Литературная газета» советского времени. Он давал высокую оценку молодому таланту Чингис Айтматову. Был очень близок с ним и делился своими мнениями. Очень многим известными людьми известно, что Мухтар Ауэзов очень много времени уделял и помогал коллективу кыргызской литературы, когда чопорно относились к народному, устному, поэтическому творчеству, когда несправедливо отнеслись к великому кыргызскому эпосу «Манас», несправедливые обвинения, и когда народ, воспользовавшись глубокому знанию его принципиальности и справедливости, помогли оставить эпос бессмертной художественной казну. Наш кыргызский народ никогда не забудет его геройский поступок, чтобы перевести на какой-либо язык
произведение Мухтар Ауэзова очень ответственное дело. Эпопея Абай очень хорошо описание обычаев, традиций, насилия со стороны Кунанбая, несправедливости того времени, поиски и стремления Абая к знанию прямой дороги к жизни, характеры и поступки баев. Все это его произведение для кыргызских читателей перевел и поставив перед собой цель ознакомить их на кыргызском языке, предоставил Тургунбек Сомбердиев. После через 2-3 года эту книгу Абай полностью переведена на кыргызский язык. Видные деятели кыргызского искусства Тулемиш Укеев, Болот Шамшиев, Сюменкул Чохморов по произведениям Мухтар Ауэзова «Смутное время», «Выстрел на перевале Караш», «Коксерек» сняли кинофильмы. Если все вещи назвать своими именами, нужно сказать, что это произведения были сняты великолепные. Поэтому киргизские кинематографисты своими достижениями являлись лучшими, талантливыми деятелями советской кинематографии. Они обратились к имени Мухтар Ауэзова и его произведениям с уважением и как бы чувствуя кровной близости и считая себя обязанными перед ним. Мухтар Ауэзов – счастливый человек, так как его имя упоминается не только при юбилейных датах, но и в повседневной жизни с любовью, уважением, духовной жизни всех народов. Поэтому пока жив казахский народ, казахский язык, имя Мухтар Ауэзова бессмертно. Раз в этой жизни люди читают его книги, имя Мухтар Ауэзова будет жить вечно. Давайте жить, дружить и несметно процветать. Спасибо. Спасибо. Я закончила. Вам спасибо большое. У вас там по плану дальше идут спикеры. Вы, наверное, свою часть полностью возьмете, да, а потом мы свое продолжим. Хорошо. По полчаса, да? Хорошо, сейчас заместитель директора Джамиля Айткуловна, я слово предоставляю Джамиле Айткуловне. Хорошо, хорошо. Спасибо. Спасибо вам. А не слышно? Уже начался, да? Она говорит, да? Говорит? А ее не слышно. Естілмейді. Вот, вот и начал. Только что подключился звук. А, вот. А теперь слышно?
Слышно, слышно. Слышно, да? А, вот, слышно. Я тогда начну снова. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие коллеги казахстанцы. Мы вас приветствуем на сегодняшнем онлайн-формате. Вас приветствуют, рады. Хочу поделиться с вами коротко о деятельности наших библиотек. Коротко расскажу. Вы также, может, работаете такими проектами. Я остановлюсь на некоторые из проектов и коротко расскажу. В настоящее время вы сами знаете, телефон, интернет, электронные книги отдалили наших читателей от наших библиотек. Но, несмотря на это, мы каждый раз ищем новые способы для привлечения читателей, для решения этих задач. И находим новые проекты, методы, возможно. Ну, вы также работаете с такими проектами. Я поделюсь с несколькими проектами. Первое у нас, как наш директор Гульсара Джошбаевна напомнила, 28 библиотек у нас. Вот 10 городских библиотек у нас открытый центр по развитию детей дошкольного возраста, подготовка к школе, то есть центр, да, я сказала, центр по развитию детей дошкольного возраста к школе. Вот этот центр открыт по решению правительства Кыргызской Республики, спонсирует ЮНИСЕФ. Они поддержали наших сотрудников и всяческую помощь оказали нашим сотрудникам. Они по методическим вопросам поддержали, оказали помощь, проводили семинары, тренинги, обучали наших сотрудников, как работать с этими маленькими детьми и как их обучать. И по этому вопросу вот ЮНИСЕФ предоставил детям игрушки всякие, то есть все, что необходимо для развивающих занятий. И они карандаши, аппликации, пластилины, всякие маленькие предметы для занятий, мячики предоставили. В группе не более 15-20 детишек в возрасте 3 до 5 лет. Они дети из малоимущих семей, как бы сказать, или там дети из неполных семей. Вот. Занятия проводятся в игровой форме, конечно. Они направлены на развитие мелкой моторики, координации движений, развитие речи, развитие смекалки, воображения, математических способностей и логического, креативного мышления. Еще развить у них умение рассуждать, умение видеть разные вещи с разного ракурса. И детям это очень нравится. Конечно, это занятие проводится с участием их родителей или иных опекунов. Чтобы закрепить результат, конечно, дается домашнее задание. Дети тоже дома делают эти занятия с участием взрослых опекунов. А следующий проект это осуществляется совместно с компанией Билайн. Ребята из компании, они сами проводят ремонт в наших в некоторых библиотеках. Они мебель новые привозят, обновляют, то есть мебели и благоустраивают и проводят там тренинги, семинары для молодежи. Таким образом мы тоже привлекаем читателей. Следующий проект, программа, то есть это называется у нас, сейчас скажу, это этот проект, сами знаете, сейчас очень популярным становятся занятия йогой,
следование правильному питанию. По этому направлению мы желающих приглашаем себе и желающих вот организовать такие мероприятия. И правильное питание сказала. Да, вот, кто желает организовать такие мероприятия, приходят. У нас библиотека проводит занятия такие и консультацию дает желающим. И таким образом тоже привлекаем читателей. Но практика показала, это оказалось очень эффективным способом привлечения читателей, так как с момента запуска этой программы в течение месяца библиотеку посетили более 170 читателей. Вот. А последний проект – это для домохозяек. Цель проекта – саморазвитие молодых мам через чтение книг. Первый раз, когда мы запустили эту программу, мы набрали около 40 молодых мам и с ними читали книгу «Мужчина с Марса, женщина с Венеры». Очень интересная была книга, всем понравилось, и обсуждение прошло интересно. А в следующий раз повторное проведение этого тренинга, уже мероприятие проведено с участием специалиста-психолога и тренинга-коуча. Участники очень много ответов получили на свои вопросы. Еще вот первое, когда мы проводили это мероприятие, конечно, это было на онлайн-формате, поэтому участники были из дальних регионов тоже, и в виде конкурса было, поэтому, естественно, занимали места. Соответственно, получили награждение в денежном виде. Первое место – 3000 сомов, второе место – 2000, третье место – 1000 сомов. Таким образом тоже привлекаем читателей, это тоже участникам очень понравилось. В данный момент идет продолжение этого проекта, и участники наши процессы чтения книг. Книга называется «Ирк Кудреты. Сила воли». Эту книгу читают они. Тоже ждем хороший результат, надеемся, верим, что будет хороший результат. Вот все, что хотела я рассказать. Это короткое описание наших проектов, которые показали свою эффективность. Я буду очень рада нашему тесному сотрудничеству для улучшения нашей с вами работы. Благодарю за внимание. Спасибо, Зинаида Николаевна. Теперь у нас имени Исхак Разакова, 12-я библиотека. Главная библиотека Гульнара Андакеева. Слышно меня? Доброе утро. Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые казахстанцы. Во-первых, я хочу пожелать всем нам крепкого здоровья, благополучия в семье, мира в стране и в каждом доме. Я работаю заведующей отделом библиотеки имени Ишхака Разакова городской библиотеки. Слышно меня? Слышно. Айра Вайталам, слышно меня? Да, слышно, говорите. Слышно, слышно. Слышно, да? Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые казахстанцы. Я приветствую вас на онлайн-формате. Хочу, во-первых, пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, мира в нашей стране и в каждом доме. Я работаю заведующей отделом библиотеки имени Исхака Разакова городской библиотеки. Наша библиотека работает по направлению библиотека экологической культуры.
Что конкретно мы делаем? Мы собираем информацию по экологии, приобретаем учебную, научно-популярную литературу, ведем картотеку по экологии, собираем материалы в тематические папки, в основном по экологии Кыргызстана. Наглядная агитация в виде стендов, книжных выставок, изданий, буклетов и памяток, приуроченных экологическим датам. Всемирный день воды, день заповедников и национальных парков, Всемирный день земли, день метеорологии, день экологических знаний, Всемирный день охраны окружающей среды, день защиты животных, день морей, день гор, день борьбы с природными катаклизмами и катастрофами. Также проводим часы и уроки по экологическим датам. Проводим семинары по проблемам экологии в Кыргызстане с привлечением к участию сотрудников МЧС, Академии наук Кыргызской Республики, Ботанического сада, администрации. Также ведем беседы о культуре общения с природой, об изменении климата, о влиянии экологии на здоровье человека. Экологическое воспитание призвано формировать активную природоохранную позицию. Высшей задачей экологизации сознания является экологическая культура, под которой понимают весь комплекс навыков бытия в контакте с окружающей средой. Человеку надо управлять не эволюцией, а управлять самим собой. Способствовать формированию экологического сознания призвано экологическое образование и просвещение, которое помогает в усвоении таких ценностей, навыков и знаний для выхода из экологического кризиса. Экологическое образование должно охватывать все группы населения, начиная с дошкольников, школьников, студентов, рабочих, пенсионеров. Средства массовой информации должны больше уделять внимание проблемам экологии. Необходимо внушить каждому, что люди – это часть природы. Мы должны любить наши реки, озера, горы, леса, как мы любим саму жизнь. 2022 год в Кыргызстане объявлен годом защиты горных экологических систем и климатической устойчивости. И в рамках этой программы уже провели час истории, посвященный 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Урок экологических знаний по книге «Экология в вопросах и ответах» для студентов и школьников. Беседу о культуре общения с природой для детей детского сада. Идет подготовка к встрече с Марычек, дочерью знаменитого альпиниста, где будет идти речь об охране гор, о пользе альпинизма, о героических подвигах наших альпинистов в годы Великой Отечественной войны. Работу по экологическому воспитанию населения считаем очень важной и необходимой. Спасибо за внимание. До свидания. Будьте здоровы. Спасибо большое. Спасибо, Гульнара Темирбековна. Сейчас у нас первая библиотека имени Чингиса Айтматова, заведующий библиотеки Акматова Асель Асамбековна. Здравствуйте, как вы меня слышите? Вам слышно? Да-да-да, мы вас хорошо слышим. Здравствуйте, моя тема была работа по достижению библиотеки нового формата. Библиотека нового формата – это новый дизайн, комфортная площадка для чтения, учебные классы, места для коворкинга и новые книги. Но мы, конечно, пока не претендуем на роль самой современной библиотеки. Но также, как и все, постоянно стремимся меняться к лучшему, стать современной и стильной библиотекой нашего времени. То есть соответствовать интересам посетителей, особенно такой требовательной молодежи. Хочу поделиться с вами опытом работы в первой библиотеке по преобразованию пространства для привлечения читателей и пригласить себе на экскурсию. Если демонстрацию экрана разрешат, я могу показать файлы, а так у меня есть фотографии. Вам как лучше будет? Вам вот так видно будет? Я видно, прошу, да? Прощения, давайте мы демонстрацию экрана вам дадим. А, ну хорошо, мы попробуем. Да, так будет проще, мне кажется. Сейчас, секунду. Есть файлы в телефоне.
Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Ничего, пока я расскажу о погоде. А у нас тут солнечно. Солнышко, видите? Я уже вам завидую. Да, потеплело. Классно. А у нас дождь. Ну ничего, дождь, это тоже хорошо. Да, на улице свежо. Не холодно, самое главное. Уже тепло. Так, я не вижу. Ну, ничего, если это, чтобы время сэкономить, я могу... Нет, секунду, я прошу прощения, все, вот, я вас, да. Все, я сделала вас организатором, прошу прощения. Да, да. Получили, да, права организатора? Да, получили. Все замечательно. Сейчас они запустятся, или нас запустят. Может быть. Да, так покажем еще. Что-то мы не можем разобраться. Можно мы вам так покажем? Да? Вам видно? Мне кажется, так тоже видно. Видно, видно, хорошо, хорошо. Мы вас слушаем. Так, вот. В общем, наша библиотека занимает всего 560 квадратных метров. И перед нами стояла задача сделать каждый отдел библиотеки полезным, удобным и просторным. Поэтому мы, прежде всего, оставили только самую необходимую мебель и только востребованные книги. А остальное имущество вывезли. На благотворительной основе студенты-дипломники разработали дизайн-проект. И при расстановке мебели и техники мы по возможности максимально старались приблизиться к нему. А вот у нас... Очень просторно стало. Сразу возле входа ресепшн располагается, и с приобретением офисной техники стали доступны дополнительные сервисные услуги, как копирование, сканирование, черно-белая, цветная распечатка. Очень удобно стало. Также можно здесь устроить уютное чаепитие, или, как сейчас молодежь говорит, кофе-брейк. Так, и далее. Да, за этими стеллажами находятся книги абонемента. Этот зал как бы шумная зона, а напротив коворкинг-холл. Посетители этого зала имеют возможность, подключившись к интернету, работать онлайн. Вот. И здесь можно также смотреть популярные фильмы. Особенно популярными являются книги, снятые по произведениям Айтматова. И наши библиотекари научились снимать и монтировать развивающие видео на разные актуальные темы. И когда в них участвуют и читатели, тоже получается очень увлекательно. Шумную и тихую зоны разделяют комнаты с санузлами. Вот комнаты с санузлами разделяют. И далее мы переходим к тихой зоне. Это читальный зал. Здесь читальный зал, за стеллажами хранения читального зала и очень удобная отдельная классная комната.
Так, оборудована интерактивной доской и смарт-телевизором. Удобно проводить презентации, мастер-классы. Это помещение понравилось участникам нашего клуба любителей истории Кыргызстана, которые сами по очереди готовят лекции и вместе обучаются. Благодаря новому оборудованию заниматься историей и не только стало интересной. Ну, дальше у нас такой небольшой кабинет. Здесь у нас книги великого писателя Чингиза Айтматова. И здесь, чтобы сделать более функционально, мы сделали еще маленький такой класс, где можно проводить курсы или репетиторство. Вот повесили доску тоже. А здесь, особенно во время летних каникул, можно организовать веселый кружок английского языка для детей с музыкальной зарядкой. Младшеклассники знакомятся с английскими буквами и простыми словами. Такие курсы помогают им в дальнейшем серьезном изучении иностранных языков в школе, и они меньше путают латиницей и кириллицей. Также здесь дается понятие о звуках. Но с наличием учебных классов стало возможным проведение различных занятий для повышения квалификации для самих библиотекарей. Также мы надеемся, что библиотека станет центром интеллектуального досуга молодежи, которые после учебы или работы смогут собираться здесь и культурно отдыхать. Ну, на этом у меня все. Буду рада, если экскурсия нашей библиотеки Айтматовской книги была вам полезной. И, конечно же, приглашаем вам воочию прийти к нам в гости. Всегда ждем. Добро пожаловать. Спасибо, спасибо. Посмотрели вашу библиотеку. Действительно. Слышно было? Слышно было, все хорошо. И, кстати, видно было тоже хорошо. Конечно, жаль, что вы не могли подключиться. Слышно? Если можно, вы нам тогда... Вы нам тогда передайте право. Организаторов. Право организаторов передайте. Слышно? Постараюсь сейчас. Ну вот сейчас пока возвращается, я хочу сказать, что у нас идет эфир «Духовный мост дружбы» Усть-Каменогорск-Бишкек. И прошлый раз мы встречались 25-го буквально после нашего Нового года с Улан-Удэ. И я хотела бы предоставить слово директору муниципального автономного учреждения централизованной библиотечной системы города Улан-Удэ. Это Раиса Цибеновна Цибенова. Пожалуйста. Дорогая Жанат Маутовна, дорогие коллеги из Бишкека, Жанат Маутовна, хочу сказать слова благодарности за ваше мероприятие, которое мы видели 25 марта. Нам очень понравилось, и мы очень рады были увидеть вашу прекрасную библиотеку, услышать о вашем прекрасном празднике Навруз. И спасибо, что вы нас пригласили сегодня присоединиться именно к посту «Духовный мост дружбы». Именно мы сегодня познакомились с Бишкеком. Нам очень понравилась городская библиотека Бишкек, и мы думаем, что в дальнейшем мы продолжим такие же мероприятия. Сегодня мои коллеги тут присутствуют, посмотрели, и ваше предложение было на сайте познакомиться с вашей библиотекой. Мы думаем, посмотрим, и какие-то вопросы будут, мы вам тоже напишем. Ну и всем хочу пожелать, чтобы был мир у нас на земле, чтобы мы все были здоровы. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо, спасибо большое. Итак, наш духовный мост дружбы продолжается. Мы послушали коллег с Киргизии, из Бишкека. Теперь мы продолжим свою часть. И я сейчас расскажу о библиотеке нашей. В принципе, наши коллеги уже с Улан-Удэ видели. Мы еще добавили несколько своих мероприятий. Поэтому сейчас мы начнем рассказывать. Хочу вот немножко забежать вперед и сказать, что мы тоже занимаемся
экологической культуры, экологической грамотности. У нас целый филиал этому посвящен. Я сейчас позже расскажу об этом. Вообще вы можете все, конечно, зайти к нам на сайт и ознакомиться поближе. Коллеги нам не передали право организатора. А вы нам не передали право организатора, Бишкек? Мы не можем подключить свои слайды, свои ролики. Да, мы пытаемся, пока не получается. Уважаемые коллеги, в нашем онлайн-формате были рассказаны и показаны информации по четырем разным темам. Надеемся, что наша информация была полезна и интересна всем. У нас мы закончили. Передадим вам слово. Да, мы теперь очень рады, что вы нам его передали. Вот. А кто у нас подключен, вот именно, чтобы нам все, передать? Все, нашли, все, да? Все, хорошо. Право. Все, благодарю вас большое, вам спасибо. Все. Спасибо. Спасибо огромное. Мы запускаем нашу демонстрацию экрана. Так, сразу оговаривайтесь, видно вам или нет? А всем видно? Уважаемые коллеги, откликнитесь, пожалуйста. Вы меня слышите, вы нас видите. Видно, слышно. Прекрасно. У нас немного времени осталось, в принципе, всего 42 минуты. Мы постараемся уложиться. У нас, в принципе, всего два блока. Это я вам расскажу о библиотеке, и моя коллега расскажет о Уралхане Бөкее, чье имя мы носим. Итак, вы видите перед вами фасад нашей библиотеки, так оформлен. Это наш сайт Bokeh Library. Я не буду очень много останавливаться, потому что у вас у всех есть возможность зайти и посмотреть. Единственное, я хочу сделать, вот обратить ваше внимание на Bokeh Mobile, наше приложение. Сейчас вы все знаете, что все имеют приложение у себя в сотовом телефоне, и поэтому мы как бы даем нашей молодежи возможность, что библиотека у них в сотовом телефоне, что они могут всегда обратиться. Следующая наша страница – это bokeh.kz. Это электронная библиотека Уралхана Бөкея, и вас познакомит чуть поближе моя коллега, я уже говорила. Ну вот у нас модернизация библиотеки, это наш читальный зал, вы видите, коворкинг-центр, две кабинки, куда могут приходить и предприниматели, и студенты, которые работают индивидуально, ну все, кто хочет работать индивидуально, вот ближе, если вы увидите. Вам всем хорошо видно. Это наша детская библиотека, сразу, наверное, видите, что у нас яркие красочные столы, стены оформляем таким же форматом. Это наш языковой центр, где проходят курсы английский, турецкий, корейский, казахский. Это у нас конференц-зал, стена оформлена на всю стену, QR-коды. И вот, в принципе, сам зал. До 100 человек мы здесь принимаем, проводим мероприятия, встречи. Вот недавно прошел у нас здесь Новый год. Как раз наши коллеги с Улан-Удэ видели, что здесь проходило мероприятие. Ну вот самое главное, вот, где мы находимся, это наш зал, литературный зал Уралхана Бөкея. Вот мы сейчас оттуда проводим наш эфир.
и он открыт был в 19 году, в 16 года мы носим имя Орлаха на быке, и, в принципе, все литературные встречи проходят здесь. А наша VR-студия – это наша гордость, это проект, который у нас тоже с 19 года, и он у нас в юрте. Юрта 360 градусов у нас VR-студия предполагает, и в юрте тоже нет углов, круглая тоже. То есть мы здесь соединили две вещи, которые, вот, во-первых, наши предки и новая технология. Наша VR-галерея, арт-объект Казахстана, локация Усть-Каменогорск, 10-15 годы. И это уже наша продукция, это наши программисты, это наши ребята, которые уже сами делают локации, сами делают свои продукты. Сейчас мы будем демонстрировать, да, что-нибудь? Давайте. Есть у нас? Сейчас запустим. Так, сейчас. Сейчас вы сможете пройти путешествие в наш прошлое, это 19-20 век. Вот наш Усть-Каменогорск, площадь. В то время это самая главная наша площадь была. Все это ребята сами в 3D-формате, все это сперва, естественно, все эти делали, потом только уже соединяли, то есть это очень кропотливая работа, и наши ребята справились. Каждая деталь должна была соответствовать тому времени, и поэтому, конечно же, видите, вот общий формат, общий фон, как он выглядел. Ну и сейчас мы вернемся. Угу. Еще раз вернемся, да? Да, я просто хотела продемонстрировать локацию. Угу. Вот. Это мы просто снимали в бандикаме нашу VR-локацию уже с экрана. А вообще вы одеваете шлем и вот можете путешествовать по... Вот одна из достопримечательностей – это вот народный дом, да, например. Можете войти вовнутрь. Ага. Так, я пока останавливаю демонстрацию. Ребят, если что, простите, что я вмешиваюсь. Я на минутку просто скажу. На нашем канале Bokeh Library на YouTube вы можете посмотреть в плейлисте наши VR-локации. Это вот наши собственные разработки, поэтому мы этим очень гордимся. Так, простите, я запускаю нашу опять. То есть то, что вы увидели, хорошо слышно, да? А то сейчас сказали, слабовато слышно. То, что вы увидели, вы можете уже одевать VR-очки и уже прям пройтись по этой базарной площади. То, что сейчас Оселя сказали слабо слышно, поэтому я повторяюсь чуть-чуть. Ну и дальше поехали, потому что мы можем не успеть. Вот, в принципе, здесь и создавалось, вот видите, то, что я вам сейчас говорила. Моделирование все. Это то, что наши ребята занимаются у нас, и робототехника в филиале детской центральной библиотеки, то, что ребята занимаются, творческое обучение, то есть вот здесь вот у нас вы видите паперкрафт, это бумаги, это тоже архитектура, из бумаги создают различные, это у нас сенсорный поворотный стол, и здесь у нас занимаются тоже дефектологи, приходят. Плюс все свои читатели, дети. Вот сейчас на каникулах очень много детей здесь. Это наш новый проект «Такси Лайбрари». То есть мы имеем возможность на такси проехать по всему городу, по нашим достопримечательностям, рассказывать информацию, ну и, конечно же, предоставлять наши все книги о той или той местности, которой мы знакомим. Читаем стихи и таким образом знакомим с нашим городом. А все, значит, мы идем дальше. У вас, наверное, у всех есть. Это буккроссинг. И у нас они стоят в парках. Так, приходят дети, читают, вы видите.
И зимой мы их убираем и переставляем в теплые остановки. Скоро мы обратно уже в парке будем размещать наши. Ну, это тоже участие в городском масштабном таком проекте, когда каждая остановка оформляется, и вы видите здесь наши QR-коды о каждом их творчестве, о каждом писателе, о их творчестве. И таким образом мы приняли участие в таком масштабном проекте. Это было сделано к 175-летию Абая, вы видите. Это наши профессиональные встречи. Вы, наверное, их все знаете, особенно кто вверху у нас изображен. Это Вадим Степанов, Петр Лапо, современная библиотека, встреча с Еленой Колос была. Ну и наши местные здесь казахстанские профессионалы. Одно из работ наших – это с нашими особенными детьми, вы видите, и тоже мы их обучаем. Кстати, вот как раз Асель, которая возле меня сидит, это отдел автоматизации, как раз-таки они занимаются с этими детьми, всем новым технологиям обучают, и мы как бы выиграли проект по этому, да, цифровое равенство в инклюзивной среде. Медиапроекты. Ну, для нас самый главный ресурс – это книга. Поэтому вот мы предоставляем вашему вниманию такие наши медиапроекты в социальных сетях по продвижению книги. Конечно же, без книги мы никуда. Самое главное – наша книга. Вот то, что я говорила, что хотела вас познакомить с нашими двумя филиалами. Да. Слышно? Слышно, да? С нашими двумя филиалами. Слышно. «Дорога в космос» начинается в библиотеке. Это как раз-таки наша центральная детская библиотека. То есть это развитие IT-развития, IT-творчества, это технологии. И вот вы видите нашу библиотеку. Ну, космос с нами связан, вы знаете, без них космос нам просто, мы никак без него, потому что Байконур у нас, космос у нас, и вот мы именно вот занимаемся с детьми по технологиям, по космосу, чтобы они изучали, пополняем их информацией, ресурсами, живопись песком, робототехника, планетарий, который нам подарил космос. И дети как бы прикасаются ко всему этому. Будущее, может быть, будет у нас космонавты. И второй филиал, вот я выше вам говорила, что мы тоже занимаемся экологической культурой, экологической грамотностью, у нас занимается полностью одна из филиалов, это библиотека филиал номер 2, и мы ее назвали в честь нашего писателя, ученого, это «Зеленый дом» Бориса Щербакова, в принципе, так и называется, вот по его книге, экологический центр мы его называем, наш соотечественник, орнитолог, ученый. И здесь ведется, конечно же, большая работа. Вы видите, сейчас покажем еще несколько слайдов. Вот его, это его книги. Это вот его одна из главных книг «Восточный Казахстан. Сердце Евразии». Еще одна книга там «Звездная жизнь Жидебая», «Звездная степь Жидебая». То есть тоже очень такие две содержательные книги, по которым, в принципе, и проходят встречи. Это вот залы наши, где проходит вся работа по экологии. Ну, виртуальная реальность тоже, путешествие виртуальной реальности по нашим местам. Вот все встречи, которые мы хотели вам показать, которые у нас проходят. Можно дальше. Вот Борис рассказывает как раз. Да, это его. Да, это его работа с детьми. Естественно, мы как раз начинаем таки всю работу с детьми, и там уже старшие студенты и так далее. Ну и, конечно же, его страница, тоже электронная библиотека «Зеленый дом» Бориса Щербакова. Вот научно-практическая деятельность. Уже занимаются тем, что дети сами садят, ухаживают. То есть вот непосредственно не только теория, но и на практике все это происходит. Последний наш проект – это IT.ru, Мектебе, то есть это обучение девочек и девушек от 12 до 17, моделированию,
интерьеру, интерьеру, цифровая одежда, разработка VR-приложений. И мы выиграли этот проект USAID евразийский. Поэтому мы начинаем, в принципе, 4-го уже работать. Вот я буквально, чтобы уложиться и дать коллеге буквально 6-7 минут, очень коротко рассказала. И теперь слово передаю. Спасибо вам за внимание. Передаю Анар. И там уже, если у нас останется время, я думаю, чуть-чуть останется, для того, чтобы вы могли задать вопросы. И, ну, как бы заключение будет. Здравствуйте. Сейчас. Подключилась, да? Угу. Так, еще раз здравствуйте. Рада видеть всех вас, уважаемые коллеги. И сейчас я немножечко расскажу о творчестве Оралхана Бокея и о нашей большой работе. Это электронной библиотеки Bokey.kz. Итак, как уже было сказано, сегодня у нас была встреча вместе с нашими коллегами из Бишкека. И, как известно, кыргызско-казахские литературные взаимосвязи имеют древние исторические корни. Это акынское творчество, когда акыны как казахов, так и киргизов знали друг друга приезжали, состязались и... Первые записи эпоса-монат были сделаны именно Шахановым Валихановым. Литературное творчество связывало и связывает сейчас нас. И Оралхан Бокей также является одной из связующих нитей со многими государствами. И уже, как было сказано, имя Оралхана Бокея мы носим уже в течение 5 лет, и он является не просто писателем и драматургом, а очень большой, яркой личностью в литературе и как... Ну, как известно, творчество и трудовая деятельность Оралхана Бокея пришлась по большей мере именно в советский период, и большая часть его произведений была написана именно в это время. И, как вы видите, вот Оралхан Бокей, он жил с 1943 по 1993 годы, и за это время была сделана очень большая работа. То есть он оставил большое литературное наследие, которое изучается по сей день. Его произведения очень хорошо известны как в Казахстане, так и за рубежом, такие как «Человек-олень», «Где ты мой», «Жеребенок белолобый», «Крик», «Камчигер», «Кербугу», «Поющие барханы», «След молнии», «Поезда идут мимо» и многие другие. И они, эти произведения, проникнуты именно беззаветной и глубокой любовью к родной земле. И такие темы, как человек, природа, общество, проходят красной нитью через все произведения писателя. И каждая строка его книг – это дань любви к родной природе. То есть через прочтение его произведений вы невольно станете не просто читателем, а именно соучастником всех действий, которые происходят в них. И это события, которые там описаны, природа, то есть вы можете мысленно побывать именно в нашем восточном Казахстане, в Карагайском районе, в котором он родился. И вот в нашей электронной библиотеке bokey.kz, которую вы можете найти на сайте нашем, можно найти большое количество информации о Оралхане Бокее, то есть наша команда занимается сбором информации, кропотливый труд это, как вы знаете, библиографические находки различные здесь представлены, и вот на первой странице, как только вы зайдете, сразу будет видно
биография писателя, то есть очень подробно и хронологично здесь описано все. Затем также здесь вы найдете викторину о его произведениях. Вот в этих вкладках, которые книги, во вкладке книги, здесь вы найдете переводы Орелхана-Быкея на английский, болгарский, киргизский, персидский, русский и другие языки. Но, как известно, один из сборников Орелхана-Быкея, «Чагылган» или «След молнии» в переводе, он переведен был еще именно в советский период, в 1980-х годах, и куда вошли многие произведения Орелхана-Быкея. Перевел его Акунан Токтосартов. И вот вы здесь можете его прочитать на сайте нашем. Здесь у нас все отсканировано, да, именно на киргизском языке. Вот вы видите. Так, и также Орелхана-Быкея совсем вот недавно, в 2017 году, по заказу казахского пен-клуба в Лондоне, был издан сборник «Человек-олень» или «The Man Deer». Это сборник произведений Орелхана-Быкея на английском языке. Дальше вот во вкладке «Материалы» здесь найдете подробную информацию о биографии, списки литературы. И, кстати, сейчас проходит у нас большая работа по созданию библиографического сборника к юбилейной дате, вот в следующем году, да, получается? Да, у нас будет 80-летие Орелхана-Быкея. А вот здесь вот произведение, посвященное Орелхану-Быкею, можете найти. «Орелхан-Быкей в искусстве». А вот, как известно, именно тоже в советский период были сняты фильмы по произведениям Орелхана-Быкея. Это «Человек-олень», «Сайтан Көпір», потом поставлен был балет «Серый олень». А вот уже в независимые, когда уже в независимом государстве, уже в Казахстане, в 2006 году по мотивам произведения «Где ты, мой же ребенок белолобый» был снят художественный фильм «Потерянный рай». И также вот в искусстве можно увидеть иллюстрации по произведениям, которые относились именно, вот трепетно относятся художники, иллюстраторы, такие как Баки Урманчи, вот здесь вы видите, к произведениям «Человек-олень», к произведению «Крик». И на сайте вы можете найти большое количество его работ, очень таких проникновенных. И также художник Булат Исин, да, один из авторов произведений. Здесь представлены акварельные рисунки именно к рассказам и к повестям Орелхана-Быкея. Также здесь вы можете найти фотографии Орелхана-Быкея, его с семьей, с рабочей группой, с его друзьями. Затем видео тоже, которые проходят у нас уроки по произведениям Орелхана-Быкея, выездные мероприятия, конференции, и непосредственно вы здесь же можете найти и посмотреть сам фильм «Человек-олень». Так, здесь также во вкладке именно воспоминания. Воспоминания об Орелхане-Быкее можете прочитать. Здесь также представлены музеи. Это вот, например, дом-музей Орелхана-Быкея в Чингистае, непосредственно в Катонкарагайском районе. Он был открыт в 2003 году, к 60-летию писателя, и, да, где он родился. И у нас в городе Усть-Каменогорске, в этнопарке, находится экспозиция Орелхана-Быкею. И как здесь можно зайти и тоже посмотреть некоторые его личные вещи и библиотеку. Также вот как Орелхан-Быкей в искусстве также продолжается, это вот в нашем городе и в районах нашего восточного Казахстана
поставлены памятники великому нашему писателю Оралхану Букею. Это вот в городе обновился у нас памятник. До этого он выглядел по-другому. И в Катон-Карагайском районе вот тоже стоит памятник Оралхану Букею. Но это только часть, которую я вам представила. А на сайт зайдете, и там более полно и расписано, и где именно находится, и как выглядит, все это увидите. Ну и, конечно же, и когда вы зайдете в Google Map, или вот, вот здесь у нас находится вот в углу 3D-тур Google Bokeh Map, или он находится именно в Гугле. Вы можете отправиться в небольшое путешествие здесь, и вы сразу увидите, ну, как изображение Оралхана Букея, который по Казахстану. Большая часть, конечно же, у нас находится в восточно-казахстанском регионе, затем в Алматы и в западном Казахстане. Здесь вы можете нажать на эти изображения, и сразу вы узнаете, почему, что это обозначает, то есть где находятся памятники Оралхану Букею, улицы имени Оралхана Букея, школы имени Оралхана Букея, то есть да, это у нас литературная карта. То есть даже сейчас можете зайти и сразу увидеть через Google Map, вот, где у нас вот эти изображения находятся, и отправиться в небольшое приключение. Ну и, как уже было сказано, мы сейчас находимся в литературном зале имени Оралхана Букея, где собраны не только его книги и произведения, которые были изданы в разные годы, и иллюстрации по его произведениям, но и также личные вещи Оралхана Букея, его письма, свидетельства, обращения. И то есть очень большое количество работы производит наша команда по собранию именно библиографического сбора и интереснейших находок. Ну и также у нас проходят флешмобы, посвященные чтению произведений Оралхана Букея. И то есть 28 сентября, в день рождения прозаика, организуется библиомоб с живыми «Я живой». Тут, как уже было сказано, читаются отрывки из книг на трех языках, пишутся посвящения в стихах и прозе, проводятся викторины, конкурсы рисунков по произведениям. Также вот вы видите на картине продолжение этой темы. И у нас работает клуб «Мустау», что в переводе называется «Белуха», литературный клуб, и активно ее посещает молодежь, зачитывает его стихи, произведения. То есть до сих пор, хоть и его уже нет с нами, писателя, но его наследие живет с нами, а значит, он действительно с живыми, он живой. И вот дальше у нас проходит серия создания, разработки геймификационных игр. Вот, например, у нас создан кроссворд по произведениям Оралхана Букея. Затем по литературным местам Оралхана Букея, вот это литературные произведения, вопросы и ответы, путешествия по литературной галерее Оралхана Букея и узнай произведения Оралхана Букея по иллюстрации художника. Затем еще у нас проводится цифровой квест «Знатоки Оралхана Букея». Ну и на этом мы не заканчиваем свою работу. Мы дальше продолжаем изучать, искать и работать с нашими читателями. И свое выступление хочется закончить словами именно самого Оралхана Букея в выступлении нашего восточно-казахстанского поэта Геннадия Пусепа. Сейчас, минуточку. Мне хочется своими книгами заставить призадуматься своих современников над их судьбами и созидательными публиками.
помнить о них и уметь уважать по-настоящему всем сердцем. Спасибо большое за внимание. Была очень рада встретиться с вами и передаю свое слово Жанат Маутовне. Так, вы, уважаемые коллеги, вы вот теперь послушали, услышали, увидели наш сайт более подробнее, электронную библиотеку Орелхана Бөкея, о нашем, чье имя мы носим. И наш духовный мост дружбы Усть-Каменогорск-Бишкек сегодня завершается. Если есть какие-то вопросы или кто-то что-то хочет сказать, потому что здесь у нас подключены гости. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, мы рады сегодняшней онлайн-встрече. Было мало времени, но мы получили много полезной информации. Спасибо вам. До встречи. До встречи в духовном мосту дружбы. Мы вам дополнительно скажем следующую нашу встречу. До свидания. Увидимся, ребят.